Мы продолжаем рассказы о бендерчанах, победителях республиканского конкурса «Человек года-2020». В номинации «Милосердие» лучше признана Мария Цуркан. В первую волну коронавируса она создала волонтерский отряд для участия в акции «Оставайтесь дома». Одиноким и престарелым гражданам доставляли продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости. Доброта спасет мир. Это жизненное кредо Марии Цуркан. Более 30 лет она возглавляет городское общество милосердия. Одним – помочь в беде, других – научить толерантности. Это главная миссия организации. Нас очень много не понимали, особенно в начале пути, когда мы начали работать с потребителями наркотиков, с ВИЧ-позитивными людьми. Многие нас не понимали, и с бомжами еще говорили о том, что это люди, которые там низшего класса и так далее. И я, и всем своим работникам нашим, и всем, с кем мы работаем, с волонтерами, я все время говорю: увидьте человека, выслушайте человека и попробуйте вытянуть то хорошее в этом человеке, за которое можно будет ухватиться и дальше каким-то образом ему помогать. За плечами медобразование и 20-летняя жизнь на Байконуре, куда забросила судьба вместе с мужем военным. На десятки идет стаж в социальной сфере нашего города. В начале 90-х Мария Ивановна сплотила команду единомышленниц и стала лидером милосердия. С годами ряды организации ширились. Сейчас среди добровольцев немало молодежи, школьников и студентов. В ответ на вызов пандемии они разносили продукты и товары первой необходимости по адресам пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, стараниями Марии Цуркан организованы другие благотворительные акции, направленные на помощь и поддержку. Она вообще не отдыхает. Она днем и ночью работает. И как говорила уже наша психолог Валентина Трофимовна, о том, что действительно она всем помогает, она никогда никому не отказывает. Мы тоже стараемся взять от нее опыт. Больше 10 лет бок о бок с Марией Цуркан работает Валентина Федорова. В 3 раза дольше совместный путь у Нины Дмитриевой. В унисон женщины твердят, под руководством такого лидера по плечу самые сложные задачи. Мария Ивановна – это человек слова и дела. Если она сказала, что поможет, значит 100% эта помощь будет действенно оказана. И не только человек слова и дела, она человек энергичный, обязательно своей энергией, своей добропорядочностью заражает всех вокруг нее. Мы ей всячески помогаем, как можем. Она действительно милосердная. Она действительно всех категорий никого не забывает. Инвалиды, многодетные, сироты. Там, всегда она, кто обращается, с теплой душой мы встречаем и провожаем. Люди уходят довольные. Сама Мария Цуркан считает себя счастливой женщиной. Помимо любимой работы, у нее 2 детей, 3 внучки и 3 правнучки. Иногда в силу возраста бендерчанка мыслит об уходе на заслуженный отдых, но останавливает то, что люди приходят и верят в ее поддержку. Это дает силы. Жанна Настас, Елена Арасланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.